Руф топ ран. Ну, камон. 0.12. Артворк. Хорошо, что не DreamWorks. Ой, чуть не исполнил самый ужасный звук во вселенной. Звук ломающий всего унитаза, когда ты на нем сидишь. Ну представляешь, сидишь, ты никого не трогаешь, занимаешься своим любимым делом на унитазе, а он начинает ломаться. Что ты первое подумаешь в этот момент? Что Илюша любит сортирный юмор. Это не сортирный. Ну, ты имеешь в виду в прямом смысле сортирный, не переносном, да? Да. А юмор был вполне не сортирный. Ни слова про какашки. Ой. Я подумал уже все. Вот если бы они в этом Sonic the Hedgehog первом, который сюда поставили, сделали бы управление вот такое вот отсюда, то я бы даже поиграл, наверное. Но это чисто классика, ее нельзя трогать. Это как переделать Бах. Или Моцарта. Или Гитлера. Ой. Это просто было просто, знаешь, замечательно. Да, я затупил. Со стороны смотреть. Да-да-да, я знаю, я тоже с этим тоже парился. Не всегда угадываешь, когда она прыгает. Давай сейчас. Им так и хочется пи-пи-пи-пи. Вот это было... Они же сами самонадувающиеся шары. С тринитротилуолом в действии. Да ё-моё. Ну. Надо налево. Ну тут еще не получается. А, идиот. Сначала на эту, да. Угу, потом я понял. Боже, я ужасен. Господи. Рано. Ну и чё, куда? Я так подозреваю, что влево. Правильно подозреваешь. Я такой подозрительный. Мне просто в органы идти работать. Какой-то миллиметровщик, мазохист. Ты хочешь, чтобы ёжик боялся, да? Не подобрал ни одного колечка. У меня 6 есть, ладно. Ух ты, среагировал всё-таки. Хотя не знаю, как там нельзя было среагировать. О, беги, бочка! А, бочка. Ни хрена себе. Беги! Ну, без вариантов, по-моему. Я буду следующий догонять, так что ты. Вот сюда надо было вниз, от меня, наверное, прыгать. Ого! Ну да, от этого как-то было сложно скрыться. Хотя реально, конечно, но... Ну, будем списывать все на то, что ты... Да ё-моё! Ты не часто наиграешь на битбоксе. Да. И вообще не часто играешь в игры. А как туда-то прыгнуть? Я же вроде нормально прыгнул. Так у тебя двойной прыжок же есть, нет? Чего ради? А, это только у меня двойной прыжок? Да. Ух ты, я думал, это у тебя тоже есть. А, оказывается, что нет. Блин, чертовы помехи в эфире, как они за... Да, меня расплющило. Что-то я, по-моему, зря это делал, да? Хрен тебя знает, но... Ай. Но... Последствия все-таки они дают о себе знать. Последствия употребления, не употребления алкоголя тоже дают о себе знать. Такой весь такой трезвый. Знаешь, некоторые каналы вот это, которые с комментариями делают, они вот их можно разделить на две группы. Первая то есть
группа каналов относится к группе, про которую говорят во время просмотра, господи, да, когда он что-нибудь интересное скажет, а вторая относится, господи... Когда он уже заткнется. Да, ты понял мою мысль. Да, я понял. Я, похоже, отношусь ко второй группе. Ну, понимаешь, если... Тут еще неизвестно, что хуже, что лучше, кому как. Знаешь, если я замолчу, то народ будет беспокоиться. Да. И скажет, мол, с ним что-то случилось? Надо позвонить. Артём, ну что это такое было-то, ну? У меня шарики манили. Что за ошибка пятиклассника? Артём, ну почему? У меня шарики манят просто, я ничего не могу с собой поделать. Там как будто это веселящий газ у них, блин. Что это такое? Вот манят и все. О, ты зато нашел. Работай, работай давай. Я тебе столько жизни нашел, а ты взял и просрал. Ты бы помолчал бы. Про жизнь. Что я? А что я-то сразу, а? У меня было вначале всего 0 жизней. Хотя, я вот не знаю, со стороны математики 0 это, в принципе, ничего, и со стороны философии это тоже ничего, но что-то. Но если у меня сейчас 0 денег, то это значит, что у меня денег нет? Но они же у меня есть? У меня 0 денег просто? Или нет? Я вот сейчас... Я не знаю, я увлечен, я тебя не слушаю. Я вообще сам не понял, честно. Это просто тебе... Знаешь, ты как белый шум воспринимай. Да. Чтоб было хоть что-то. Да, чтоб хоть что-то тебя... Ты хоть понимал, что надо пройти, а то... Да. Чтоб хоть что-то тебя подталкивало к прохождению этого уровня. Ты скажешь, ну нахрен! Буду проходить свой Baldur's Gate 50 раз. Или что ты там проходишь? Ну, вообще-то один раз. Один раз? Да. А что, у меня... Я... Ты бы тебе... мне разочарован, да? Да, я вообще разочарован тебе. Ну ладно, там Dragon Age 8 раз, ну 8 тысяч раз. Тихо. Так, и, собственно... Ладно. Ну сюда-то никак. О! А куда делись мобы, которые тебя стреляли? Улетели? Улетели. Прелестно! Я просто налево иди, и там можно, наверное, спрыгнуть. Нет. Тебя слушать, ага. Да сам ты писька. Так, что-то я... Да сюда прыгни. Теряюсь. Ага. Вот, направо, направо. Там же пружинка есть. Угу. Поздно среагировал. Надо вовремя менять направление. А, ну можно и так. Тебе надо... Понял. А чё, мне как не перемещаться? Ага. Я поздно среагировал. Все, можешь спускаться сейчас. А, слушай, мне надо туда попасть. А я... Что я сделал? Что-то, блин, какие-то задания появились в Сонике, ни хрена себе. Все это очень подозрительно и странно. Я чувствую, что скоро в Тетрисе появится сюжет. Вертикальная палочка ушла от кубика. И теперь ей угрожает Загогулинка. А, понятно. Ей на помощь приходит фигурка в виде круга Г. И они начинают друг друга мутузить. Ну я же по... Это вообще обязательно? А хрен его знает. Ты меня спрашиваешь, я эту игру не проходил? Это я тебе могу Borderlands сказать, что не обязательно вообще ее проходить. Ну и... Ебана мать. Ей-богу, я не понимаю, а. Я сейчас сдохну. Подождем. Ты просто нацелься, когда где-нибудь там, когда минутная стрелка дойдет до часа, ты попробуй просто спрыгнуть и нацелиться так, чтобы ты был ровно на 12. Ну все, она перестала двигаться. Ай, ёб твою. А может быть и нет, может это просто опциональная какая-нибудь хрень. Еще эти появились снова. Они улетели. Ребята, идите домой, а. Серьезно.
Я и прыгать выше стал, или нет? Так же. А куда эти-то исчезают постоянно? Налево! Мне нужно туда упасть, я так понял, да? Да. Сейчас нужно... Да что ты делаешь? О. Их держи. Чё за хрень? Я так понимаю, этот дирижабль, с которого ты бежал, или что там было? Дирижабль, ага. Ага. Сторону. На. Ну круто. Это то же самое, как и «Привет, медведь». Нет, это уже не круто. Я тебе рассказывал про эту, про песенку, которую я слышал на «Привет, медведь»? Нет. Короче, есть такая песенка, я только не спрашивай, где я ее слышал, пожалуйста. В общем, там такие слова в припеве. Ну, во-первых, я не буду петь, я просто скажу тебе слова, чтобы не высадить мозг окончательно. Но представь, что это как бы поет такая вот девочка, знаешь, вот такая вот ванильная, с таким вот, такая вот розовая, да, ванильно-розовая девочка поет. Вот, слова такие. Припев, куплет не помню. Ну и слава тебе, Господи. Припев. Привет, медведь. Это нормально. В 2011 году петь то, что как бы было модно 6 лет назад, это нормально. Мы не виделись 100 лет. Ну как бы можно там сказать, ты чё, баба-яга что ли? Какие 100 лет вообще, о чем? И как можно видеться вообще с медведем? Ты кто, медведиха? Третья строчка. Ну, ладно, проехали. Третья строчка. Я везде тебя найду. Это как бы, ну, это как бы... Уже навлекает. Это уже странно. Искать медведя зачем ты? Ну и четвертая строчка просто. Мастерство, талант, которое просто показывает, что наши поэты, они просто великолепны, и Пушкины подметки никогда не годятся. Четвертая строчка. Ну, я сначала первые три скажу. Привет, медведь, мы не виделись 100 лет. Я везде тебя найду. Четвертая строчка. How do you do you do? Мне так и хочется было сказать, знаешь, what the fuck, в ответ. Да, это первое, что возникает в голове. Чё там дали ачивку, которая... Вот то, что прошли уровень... Вот, смотри, достигните цели в акте втором Кризис Сити, чтобы вас не ударило машинами или камнями, которые запустила торнадо. Если честно, даже торнадо там не увидел, поэтому... В конце был торнадо, красненький такой. Да? Да. Окей, значит, я крут. Так, мы это прошли, да? Полностью? Да, прошли. Я не хотел с тобой говорить, я случайно нажал на крестовину. Крокодайл! Я сейчас блеснул своими... знаниями английского языка. Обширными знаниями. Не позорился бы, что ли? Переключи на 3D. Артём, я это сделаю прямо сейчас. Смотри. Давай. Вот это да, да. Высокие технологии. Технологии просто отпад. Orange Rocket Color Power. Я просто от одного названия уже офигею. ORCP. Артём, зачем ты вытащил мобильный? Ты знаешь, что если пользоваться мобильным, то можно не иметь детей. Да. Поэтому надо ты... Надо им почаще пользоваться. Да, еще одного такого странного человека земля не выдержит. Да, не говори. Я опасен для общества. Какие-то разрушившиеся здания, сейчас все зеленое. У меня такое чувство, что это после и до апокалипсиса. Карты. Причем непонятно, когда и что, после и до. Охренеть. Как бедные... старые, ну не такие уж и старые, но добрые. Крайне добрые времена. Илья снова... Ну вот... Ну я вот не знаю, я нажимал вправо, чтобы приземлился и... Короче, как всегда. 3D Sonic, он до сих пор сакс. Местами. Там было что-то... Ну что это такое? Вот я прыгнул около врага и не появилось поздно. Ничего, что его... Поздно. Да в жопу поздно, надо хоть когда прыгать, поздно, чтобы появлялось. Блин. Хоть за 3 километра. Поздно, блин.
Ну и чё, почему мне на третью не нацелили? Чё, опять поздно? Нет. Просто кривой? Кривой, да, есть. Это чё сейчас было? Прыгнуть надо было вправо. Кто поржал надо мной? Нет, а кто, я имею в виду, кто-то поржал. Твою мать. О! Ни хрена себе, вот это скорости. Розовая вода? Это, я не буду, не спрашивай, Артём. У нас есть игу... Только я вспомнил о Югуаре, так сразу я сразу... Спокойно ждем. Ты что там, что-то ты напряжен. И? Я бы сейчас кинул реально этот. Чего? Не вовремя. Она еще троллит с меня, она смотрит, жжет надо мной. И что делать? Я не знаю, я нажимал прыжок. Давай еще разок. А во. Окей. По каким-то причинам я сейчас не могу на них нацелиться. Да фиг с ним. Ну и чё? Окей. Удар сзади. Как скотина. Удар скотины. О, фак. И чё делать? Зажми, Игорь. Я зажал. И... Смотри. Я зажал. Или нажми просто один раз. Ладно, хорошо. А, во! А теперь у меня вопрос. What the fuck? Я тоже не знаю. Куда ты торопишься? Куда? Не знаю. Просто... Как-то ракеты бесцельно используют, пускают в стену просто. Я не понимаю этого. Система ПРО, а? Да что такое-то, а? Смотри, смотри. Привет, пацаны! Как дела? Что делаете? Лизгинка, лизгинка. А, понял. Не увидел сразу. Спокойно. Ждем пока. Ждем пока. Эстонский стайл. Ух ты. Упс. Да как так-то? Окей. Че? Понял. Нет. Как тут перепрыгнуть вообще без буста? Никак? Никак. Блеск. Я частично смотрел, прохождение, и где-то тут будет такое место, которое вообще, ну, знаешь, просто... Читерил, значит? Нет, я давно смотрел до этого. А, давно, давай. Когда он только вышел, просто смотрел, что из себя представляет. Я включился как раз на этом уровне. И зачем мне две? А я хочу туда. У меня нету второй. Я вообще-то взял две, но... Как я ее не убил? Она не убивается, что ли? Я вот этим, понимаю, прыжком убиваешь, бустом нет. Нет, сукин ты сын! Или кто ты, пила? И вот сейчас он придет, как ты знаешь, к финишу такой весь в тумаках. В порезах, в ссадинах. Нет, 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 нет. Да, вот оно начинается, это жесть. Что тут? Вот эта херня. Вот я ее хорошо запомнил. Вот так. И как мне, собственно говоря, понять, что меня сейчас подбьет? Там же ничего нет, никаких шипов.
Может, мне надо было присесть? Логика. Подумать надо. Логически. Спасибо вот за это. А может, просто человек криво проходил, и он не знал, что делает. Блин, ну. Ну? Это чё за... Ни хрена себе шахтеры, которые кидают киянками, или чё это, кирка? Кирка-бумеранг. Окей. Возьми, у тебя же есть игрик. Да? Да, сейчас сразу включи. С этого и надо было начинать. Она! И где я? И что мне делать теперь? Вниз. Вниз? Шипы? Шипы. Ну, и что я сделал? Я прыгаю, не могу на нее напрыгнуть. Сверху на нее, если прыгнуть, то все. Если, то есть, если сюда уже спрыгнул, то облажался, да? И что дальше? Да вон, вправо, влево, то есть. Даже прыгать можно, можно не прыгать. На, было сразу включать здесь. Ну так что сделай, мне придется ее сначала зарядить. Я что, приехал с самого начала? Нет? Да нет, вроде. Твою а! Ты поднимаешься по нефтедобывающей вышке, по-моему. Слушай, я, похоже, пришел туда с самого начала. Разве? Нет, ее хрен его знает. Ну вот этот хрен, который меня догоняет, он меня немножко... Окей. Надо еще нацелиться в этот момент. И что мне делать? У меня нет ракеты. И чё? А, она спряталась. Вот скотина-то, а. Вот тварь. Вот, вот это было по-скотски. И у тебя ноль колец. Я знаю. Да, как всегда, я не могу прыгнуть.